Добрый день, уважаемые дамы и господа! И сегодня в этом видео мы с вами рассмотрим, как легко и просто можно зарегистрироваться в проект Bitex Network. После того, как вы получили реферальную ссылку своего спонсора, нажав на нее, у вас откроется вот такая страничка. На этой страничке вам будет предложено ввести свой email-адрес. Введя в это окошко свой email-адрес и нажав на кнопочку «Receive code», вам нужно будет этот код забрать со своего email. Заходим в ваш email, берем вот этот код. Вот так он выглядит. Вот Bitex, если он не попал к вам во входящий, то поищите его в спаме, хотя такое очень редко бывает. Значит, забрав этот пароль, мы возвращаемся на нашу страничку и вводим сюда код. Ввели код, нажали «Продолжить». После этого нам предложит компания выбрать и создать для себя финансовый пароль. Create Security Code. Он состоит из 6 цифр. Первый раз мы его пишем, второй раз мы его подтверждаем. Это очень важный пароль. Рекомендую вам его записать, не забыть, потому что он вам дальше понадобится для того, чтобы можно было проводить финансовые всевозможные переводы, финансовые сделки. Так, что здесь по финансовому коду еще важно, что этот код можно, этот пароль можно создать и позже, поэтому если вы сейчас не готовы, можете позже сделать, но если вы его введете сейчас и забудете, его восстановить тоже возможно, но займет это до 5 рабочих дней, здесь написано. Итак, после этого нажимаем Sign Up и переходим на следующую страничку. Здесь у нас важно будет убедиться, что это логин вашего спонсора. Дальше вы сделаете логин свой. У меня Сергей, вы свой ведете. Это могут быть цифры или буквы, неважно. Теперь здесь нужно будет выбрать вашу страну. Выберите ту страну, в которой вы проживаете. Согласитесь с правилами компании и нажмите кнопку «Продолжить». Все, регистрация закончена, вы попали в свой личный кабинет. Здесь на дашборде вы можете увидеть, что сегодня цена бакса 10 центов, на балансе у вас 0, и здесь находится ваша реферальная ссылка. Взяв эту реферальную ссылку, вы сразу можете начинать приглашать людей в проект. Вот здесь как раз я бы и хотел остановиться чуть и объяснить вам правила, которые существуют при подключении новых партнеров. Значит, первое, оплатите, пожалуйста, свое место. Я бы всем это рекомендовал, потому что не проплатив свое место, вы подключать партнеров сможете, получать бонусы приглашения сможете, но все, что вы не сможете делать, это получать по бинару деньги. Поэтому оплатите свое место сразу. Вторым пунктом, на что бы я акцентировал ваше внимание, это то, что партнеры будут попадать в спонсорскую ветку, пока не проплатится первый личный партнер ваш. То есть вы даете свою реферальную ссылку, человек регистрируется и попадает в вашу, скажем, большую ветку. И так будет, пока первый человек не проплатится. После того, как первый человек проплатился в вашей ветке большей, у вас будет возможность переключить бинар в разделе «Бинари». И только тогда вы уже сможете строить свою внутреннюю ветку. Как это будет происходить? Смотрите, вот раздел «Бинари», вы зашли в кабинет. Вот этот ползунок, если он находится в правом крайнем положении, это значит, что у вас спонсорская ветка правая. Вам его надо влево перевернуть. Если вы увидите, что он у вас с левой стороны, это значит, что ваша большая ветка будет левая. И вам надо будет сделать то же самое, только перетянуть его в правую сторону. И тогда все ваши личные партнеры будут приходить к вам уже в вашу личную ветку внутреннюю. Итак, на этом я буду заканчивать. Желаю всем процветания и богатства. И до новых встреч в новых видео.